Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Tikmill. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня четверг, 21 мая. Я предлагаю рассмотреть валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар, по которым прошла отработка сигналов, которые были даны ранее в предыдущих обзорах. По всей видимости, рост в этих парах сейчас подходит к концу и следует ожидать развития нисходящей коррекции в скором времени. Итак, австралийский доллар отработал целевую отметку на 0.6508 в соответствии с последним прогнозом, но оставаться в рамках фигуры треугольника не захотел. Перед этим пара опустилась к нижней границе фигуры и протестировала уровень 0.6403, который одновременно является разворотным, в последующем отбившись от него. После чего цена начала расти и, преодолев верхнюю границу фигуры, продолжила свое движение. Максимальное значение котировок достигало отметки 0.6615, откуда цена начала снижаться на данный момент. Вероятно, на данном этапе можно уже ожидать развития нисходящей коррекции, поскольку предположительно восходящий тренд возьмет паузу на некоторое время. Если предположение будет верным, в скором времени можно будет ожидать движения вниз. Ну и вот актуальные данные. На ближайшее время основным сценарием в этой паре будет развитие нисходящего коррекционного движения с ближайшими целевыми отметками в районе 0.6433, 0.6403. Пока твердого подтверждения этому сценарию еще нет, для усиления сигнала цене необходимо закрепиться под текущим сопротивлением на 0.6586 и, отбившись от него, развить импульс вниз. Отмена сценария состоится в случае роста выше текущего разворотного уровня на 0.6615. Новозеландский доллар также пошел по ожидаемому сценарию в соответствии с предыдущим прогнозом и отработал целевую отметку в районе 0.6054. После снижения к уровню 0.5921, где цена встретила поддержку со стороны покупателей, пара совершила отбой и начала свой рост. Максимальная отметка при росте обозначилась на уровне 0.6155, где котировки и в прошлый раз встретили серьезное сопротивление. На текущий момент цена сходу не смогла преодолеть этот барьер, что говорит о силе уровня и что, вероятно, может привести либо к консолидации под уровнем, либо нисходящей коррекции, прежде чем сможет начаться новая фаза роста. И вот, собственно, следующий прогноз по паре. Пределы при коррекции предположительно находятся на текущем уровне поддержки на 0.6054, тест и последующий отбой от которого уже направит цену к новому локальному максимуму с ближайшей отметкой на 0.6241. Предельный уровень для коррекции – это разворотный уровень на 0.6008, снижение ниже которого даст сигнал к углублению нисходящего движения и отмене данного сценария. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Tikmill. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.